Вот это Оксана из Алабамы. Всем привет от Сереги и Оксаны из Алабамы. Итак, друзья, 28 мая 2018 года у нас годовщина. 10 лет! 10 лет совместной жизни, компассирование мозгов друг другу. Ну, не так уж часто. И мы решили... Когда жена выносит мозг. Мы решили отметить не как все. Мы решили не ходить в ресторан, не пить, а без детей пойти в тир. И настреляться вдоволь. Отвести душу. Расстреляем всех своих недругов вот с этого гана. Это новый тир открылся недавно, недалеко от нас, и мы ждали, когда же мы туда сходим на разведку. И ну мы вот сегодня и решили. В честь праздничка. Надпись, что оружие должно быть упаковано или в кейсе. То есть нельзя заходить с открытым оружием туда. И, разумеется, с нас не спрашивали, покажите документы, что вы оружие-то приобрели легально. Легально сюда никто не принесет. Светите вот здесь. Потому что нужно указать в бумагах... В бумагах, свой драйвер-лайсинг. Свой паспорт, да. Свои водительские права, да. Смотрим. Они открыты 7 дней в неделю, только по выходным с 12 до 5, по воскресеньям. А в субботу с 8 до 8, в обычные дни с 9 до 7. Если вы хотите один человек пострелять, 30 минут – $20, час – 25. И обе цены включают защиту на глаза и уши, и один таргет, мишень, и одну мишень. Если вот вы используете одну линию, то это цена. Если вы хотите вторую линию использовать, то есть... то это будет дополнительная цена, $5 дополнительно. Так. Если берете в аренду оружие, не принося свое, то вы покупаете амуницию. Есть классы разного уровня, чего не разрешено. Подробно. Покажу вам, какие документы вам придется заполнить, если вы пришли пострелять в американский тир. Свое имя, адрес, водительские права, обязательно номер прав. Вы новичок или эксперт, из чего вы стреляете, там ружье, пистолет. Отвечайте на вопросы, если у вас... какое-нибудь заболевание психическое, страдаете ли вы депрессией, использовали наркотики, были ли вы когда-нибудь в тюрьме. В общем, все такие вопросы, да, на них нужно очень честно ответить. Надо везде но написать, расписаться, дату. Потом вы другая бумажка, где вы должны заполнить. В общем, у вас получается три росписи с вас попросят. Мир волшебный, полон тайны, светит луна. Час влюбленных, час свиданий, он и она. Час влюбленных, с ними вечно доля одна. Рядом цветы. Вы спросите меня, сколько стоит это удовольствие? Ну, в общем-то, за полчаса вы можете потратить $40-50. С учетом, что если вы привезете свое оружие, свои пули, один таргет, цель вам выдается бесплатно, а остальные вы покупаете. Есть дешевле, есть дороже, на все случаи жизни.
Вот такая маленькая комната. Здесь таких несколько комнат в этом тире. Нам повезло. Здесь людей нет. Гильзы валяются, да? Сейчас нам мишень дадут. То есть вы приносите свой пистолет, свои пули. Если хотите, можете взять в аренду их оружие и их пули. Вот мы этот купили Target за $2. Мне показался он смешным. Нажимаешь на кнопку сам. Ну, ха-ха. Ну и чё? А чё ты уши не закрыл? То нравоучение потом не услышит. А то потом нравоучения мои не услышит. Ну все, двигаем, смотрим. Так, ну-ка. Короче, так, зомби вот, попал вот, ему вот, в шейку, вот, в голову. В руку. Так, интересно, моя очередь. Сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Смотри, все, короче, печени нет у мужика, ну и легких нету. Голова целая. Так. Тогда эту я ставлю. Я сейчас буду целиться вот сюда, в голову. Ага. Окей? То есть я вроде в сердце попыталась, а попала в печень и в живот. Нет, в легкое. Легкое. И печень пропиндярила. Ну вот, ворошиловский стрелок. Не знаю, как насчет людей, мать их за ногу, но зомби пускай дорогу не переходят. Сергей решил подальше отодвинуть и посмотреть, куда он попадет. До самого конца. Вообще-то это была моя идея сюда поехать. Он не знал, что этот центр открыт, а я давно караулила, когда его откроют. Убиваем зомби! Так, о, шею. Получилось, я метилась ему в шею, в сердце, в челюсть попала, в шейку попала. Ну, короче, расстреляла всего. Расстреляла. Новый вешаем. Я сам его. Ну, кто бы мог подумать, что на улице тепло, а здесь внутри будет холодно. Так, это же за кондиционер надо платить. Ой,
Фил, мы свой мусор должны выбросить, Сергей. Вон мусорка специально стоит для этого. Хорошо, что не было кучи народу. Мы все патроны истратили или нет? А сколько здесь у нас в коробочке было? Очень много. Да? Где твои наушнички? Они у меня в сумке, я их собираю сюда. То есть это мы забираем домой. То есть у нас еще осталось. Все? Все. Настрелялись? Настрелялись. В аренду можно взять мишени на любой вкус. Когда несколько человек, когда мы с органами, то здесь отдельный зал. Люди заполняют документы, везде камеры, продают оружие. Are those like weapons for sale or for rent? These are here for sale. Mm-hmm. The ones that start this way is for sale. That's the only one I have for rent right now. Oh, okay. So, and what about these ones? These are for rent right here. This is for rent. So, if somebody comes without a gun, how much they pay to rent? $15 to rent. $15. $15 to rent. But you have to buy our ammunition. Ага, и надо купить их пули. Thank you. You're welcome. Давай посмотрим. То есть, what's the cheapest for the pack of bullets? How much a pack of bullets? My cheapest is going to be my 22 ammo. 22 is the cheapest I have. How much? 1188. Ah, okay. So за $12 можно купить. Okay. Got it. So all this for rent. This is for sale. For sale. This is for sale. This is for sale. And for rent, it's still for rent. Ага. Это на продажу. А что здесь не указана цена? My husband is asking why there is no price on them. My husband is asking why there are no prices. Oh, they're under the bottom. Like under the paper? Yes, ma'am. Вот это. Like, for example, the bottom one. Like this bottom. Yes, how much? Нету здесь ничего. I don't see anything. Oh, okay. Okay, we got the point. Там 699. What about this one? Цена. 1350. Okay, thank you. We got idea. Ну, а здесь можно что-то купить. Не знаю, для охоты или для чего. Или с собой брать. А это, наверное, засовывать куда пистолет, да? Да, кобура. Не могла вспомнить слово. А здесь что? А, для чистки оружия. А это что, змея какая-то? Вайпер. War cleaner. Чистить оружие. Наверное, винтовки или что. Надо еще купить. Что, только один у нас. Надо еще купить. Oh,
заряжает вас на хорошее настроение, удачи. Мы желаем счастья!